Таиланд отменит плату за визы для украинцев. Льготный режим в королевстве будет действовать до 31 января 2019 года для граждан из 21 стран мира. Правительство Таиланда освободит туристов из ряда стран с 1 декабря по 31 января 2019 года от уплаты визового сбора по прибытии. Среди них и граждане Украины. Как сообщает Бангкок Рост во вторник, 6 ноября, эта инициатива призвана увеличить туристический поток в страну. В частности, будет отменена плата в размере 2000 батов, 60 долларов, для иностранцев из 21 страны, которые прибывают в Таиланд на 15 дней. Теперь обладатели паспортов Андорры, Бутана, Болгарии, Китая, Кипра, Эфиопии, Фиджи, Индии, Казахстана, Латвии, Литвы, Мальдив, Мальты, Мавритании, Папуа-Новой Гвинеи, Румынии, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Тайваня, Украины и Узбекистана смогут посетить Таиланд без оплаты визы. По данным Иммиграционного бюро Таиланда, число туристов, получающих визы по прибытии, продолжает снижаться с января 2016 года. Ожидается, что инициатива поможет увеличить турпоток на 30%. Мера направлена также на возвращение в страну китайских туристов, число которых сократилось после кораблекрушения на Пхукете, когда погибли 47 человек. Согласно информации Министерства туризма и спорта Таиланда, за 9 месяцев 2018 года Таиланд посетила 28,5 миллионов иностранных туристов, на 87% больше, чем за тот же период в прошлом году. Они потратили 1,4 тайрлэнд батов, 42,9 млрд, что на 10,9% больше, чем за 9 месяцев 2017 года. Напомним, 2 ноября вступил в силу безвизовый режим Украины с Катаром. Граждане могут въезжать, находиться, выезжать и пересекать транзитом территорию государства другой стороны без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmikrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.